Всем привет! В общем, я долго снимал видео про шлифовку и полировку. Я снимал на 4 часа. Понял, что видео будет ужасно скучное, если вы просто будете все это смотреть. В общем, вот готовый результат. Но мы его с вами еще чуть-чуть доведем. Сначала я шлифовал номером 500. Потом номер 800. Потом номер 1000. Потом 1000, но уже диск Тризак 3М-овский. Потом диск Тризак 5000. А в конце, после того, как вы обработали Тризак 3000, вы ее полируете губкой и полировальной пастой. Вообще, вот это вот все, это был набор для восстановления фар пластиковых, которые желтеют, их восстанавливают вот такой вот таким делом. А я алюминий полирую еще. Все вот так пастой мажем. Опять же, это все можно сделать не вручную, а нормально дрелью, или болгаркой, или полировальной машиной, или чем вам удобно. Ну что, поехали. Главное вот сюда не попасть сейчас. После того, как мы натерли все это дело полировочной пастой, надо эту полировочную пасту убрать. Нужна очень мягкая тряпка, желательно бархатная, но у меня нет такой. Ну, примерно так получается. Сейчас мы с вами поставим стартер на место.